И помни весь путь, которым вел тебя Господь по пустыне 40 лет, чтобы испытать тебя и узнать, будешь ли хранить Его слово или нет. Он смирял тебя, томил голодом. Одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. И знай, что Он любит тебя, как сына отец, так храни заповеди Господа. И помни весь путь, которым вел тебя Господь, как воду из скалы тебе Он источал. Он шел перед тобой огненным столбом, чтобы имя Его ты благословлял. Он смирял тебя, томил голодом, питал манною, дабы ты знал, дабы ты знал, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. И знай, что Он любит тебя, как сына отец, и так храни заповеди Господа. Что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. И знай, что Он любит тебя, как сына отец, и так храни заповеди Господа. Что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. И знай, что Он любит тебя, как сына отец, и так храни заповеди Господа.